Дорога у нас, конечно, была длинная. Ну, в принципе, не так уж все и плохо. Вот, поэтому, наверное, и сыграли хорошо. Голы. Про голы что могу сказать? Ну, на самом деле не настраивалась на голы прям. Так не зацикливалась. Но все пошло так, как хотелось бы. Пенальти. На самом деле там был пенальти, мы толкнули прилично. Вот. Исполняла тоже так на бум, наверное, можно так сказать. Ну а в целом первый тайм, конечно, раскачивались долго. Но вот один забили, но все равно как бы тревожно было. И ну, потом вот после перерыва все сложилось в нашу пользу. И вся игра была на стороне соперника. Забили еще два гола, были еще опасные моменты. Ну, конечно, с реализацией у нас немножечко все-таки проблемы. Будем стараться забивать как можно больше. Ну, реализовывать, наверное, все моменты. Хотя мы этому посвящаем много времени. Вот, но еще время есть стремиться к большему.